Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Crysis Remaster. По мне шарашит вертолет, я не знаю, чем его сбивать. Мне его нечем сбивать. У меня нет патронов для этого, как он называется. Для того, для гранатомета, или как он называется. Этим можно сбить его? Да! Офигеть! 1-8, это Гриф 3-6. Закажу на посадку. На мальчике все чисто, огонь. Огненными патронами я его снял. Ну, это прикольно. 3-6, на земле, занимаю оборону. Отбой. Занимай оборону. Так. Это было очень интересно. Пойдешь вперед. Задача проникнуть в шахту и найти генерала Кхона. Мои ребята займут периметр. Как только ты найдешь заложников, я начну готовить эвакуацию. Удачи, сынок. Ну понятно. Слушайте приказ, Морпехи. Займем оборону и будем удерживать периметр. Так, мы вперед, да, идем? Живо, ладно. Ну. Дальше пойдешь. Так, берем стандартные пока. Мне, конечно, понравилось, я готов все на свете простить огненным за то, что они мне вертолет сбили. Прям вообще это было раз-раз и готово, и все. Недостаточно энергии. Что происходит? Почему там? Горит вот этот зеленый кружочек, ну-ка. А, шахта, ага. Проникните в шахту и найдите заложников. Я правильно все делаю? Или неправильно? Да, правильно, контрольная точка здесь. А это что за звуки? Опа. Черт, что это было? Я у тебя хотел спросить. О. Что-то выпрыгнуло прямо из стены. Корейцы отступают. Это твой шанс, Намат. Прорви последнюю линию обороны. Это мы стреляем? Это мы стреляем. Ну, как обычно, да, добрая традиция. Продолжается с двух выстрелов. Ладно. Мы сейчас будем спускаться, дорогие друзья. Будем спускаться. Так будет лучше, да. Вот, вот так безопасно, спокойно. Беги. А, все, да. Мне очень не нравится, что вот этот бег. Это мы? Вроде да. Наверное. Ну-ка. Это не мы. Песок так прикольно подпрыгивает. Убил я его? Да, убил. Значит, надо этого пулеметчика снять. Значит, мне проблемы создать. Давайте, подожди-ка. Зачем ты это вытащил? Там не надо. Все? Снес я его. Это лучше. Это гораздо лучше. Да что такое? Да. Все. Снимаем броню, она пока не нужна. Я очень надеюсь на то, что... Так, да, я не зря понадеялся. Здесь есть где патроны взять. Подождите. Вот, точно, вот так будет лучше. Аккуратно будем спускаться. Я не хочу торопиться, потому что это может быть чревато последствиями. Нехорошими последствиями. Машина? Но тут негде ездить, по большому счету, поэтому пойдем дальше. Здорово, лягуха! Здесь? Нет. Отсюда? Тоже нет. Тоже ничего нет. Ладно, дальше идем тогда. Так будет лучше. Вот, 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 вот. Вот это другой вопрос. Мягко спускаемся, смотрим. Отлично. Цель, вот она. Боеприпасы, вот они. Ну, давайте, друзья мои, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот так. Ну зачем? Это резко. Нам это не надо. Мы хотим все красиво сделать. Эротично, элегантно и красиво. Ну что? Где? Показывайте, где боеприпасы. В
Вы что, офигели, что ли? Тут боеприпасы что-то показывались, или это не то, не та будка? Ах, елки-палки, неужели это не та будка? Вон оно что, оно не в будке. Оно вот здесь. Вот гранатомет. Зарядились великолепно. Максимальный боезапас у нас. Взрывчатки, вернее, у нас максимальный боезапас. А вот с патронами для ФВ, или как он там называется, FX-17, у нас жопа. И вот эту жопу надо каким-то образом сейчас нивелировать. А что каким-то образом? Надо патроны найти. И все, и с жопой разберемся. Здесь? Или это здесь вагончики уже? Этот боезапас. Здесь вроде. Вот, 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 отлично. Ой, какая прелесть. О, и жить можно. Замечательно совершенно, я считаю. Зачем мне осколочная была нужна? Мне нужны... Времени мало, Намаз. Проникни в шахту и найди заложников. Да подожди пока. Мне для снайперской винтовки патроны нужны. Не торопи меня. Это тоже же, да? Это мне не нужно. Пистолет-пулемет мне не нужен. Пистолет мне не нужен. Ладно, не хочет мне игра давать больше патронов для снайперки. Все какие надо мы получили. Пойдемте что подниматься. Здесь техника работает. Она не просто работает. Здесь, наверное, еще и люди есть. Конечно. Ты зря, конечно, устроил. Вот зря, зря, блин, зря. Все. Вот и все. Великолепно. Подожди, подожди, подожди. А там есть впереди этот... возможность пополнить арсенал. Боезапас. Нету, я вперед тогда. То сейчас вернусь, надо будет взять этот... патроны для гранатомета. Иначе это будет как-то жопошно. Вот так. Это надо еще. Гранатомет, максимальный боезапас. Теперь. Перезарядил? Отлично. Пошли. Мне нравится вот тот, как я и говорил, сетапчик, который я собрал. Он нормальный. А, это говно, которое я убил. Ну, прекрасно. Теперь осталось только выяснить, какая дорога здесь ведет к шахте. Вот, они сверху, что ли? Я не пойму. Да. Нет, так я делать не буду. Ну, вот так пройдем. И вот отсюда его сейчас снимем. Этого сильно активного. Где он? Готов он? Нет, еще не готов. Говно, а? Надо перезарядиться! Максимум брони. Готов. Но краснота не спадает слева на карте. Значит, еще кто-то есть. Где? Давайте так посмотрим. Может, отсюда увидим. Ага, все, вижу. Выдвигайся. Убери, собака! Нет, ну это вряд ли. Да плюнь ты! Че, гранаты швыряют, мое почтение. Дай-ка я что хуже, что ли? Прикрывай! Укрытие! У нас обмен. Обмен гранатами. Все? Я так и снял это говно. Все это чудесно, великолепно. Если бы не одно но, как туда попасть-то? Вон оно что. Эх, танк сраный.
Попал. Все? Да, все. Отлично. Два выстрела. А почему до этого не получалось? Это очень странно. Игра, дай чекпоинт, а, чтобы я заново все это не проходил. Ну это же бред вообще, просто лютый. Так мне кажется. Нет, мне не... Или мне показалось? У меня что, уже галюны, что ли? Интересно. Так, давайте-ка переключим сейчас. С бинокля аккуратно. Переключись, Кась. Черт. Просрал. Два патрона снайперских просрал. Снайперская винтовка здесь, конечно, мощная, но работает она очень странно. Прошли, да? Вот эту часть прошли. Ну, беги, беги давай. А как сюда подняться? Они что мне предлагают? Так? Ну давайте так. Я согласен. Хорошо. Я согласен. Вот там чекпоинт. Отлично. Молитвы услышаны. Так, здесь что? Патроны, патроны, патроны. Обязательно патроны. Дальше идем. Я очень надеюсь на то, что там впереди чуть попроще будет. Потому что этот танк, он очень странный какой-то. Снес меня два раза. Я слышал звуки. Как вы выжили, мрази? Вы что, ждали, пока я приду? Максимум брони. Воу! Так, ну что, меня убили, да? Меня убили. Ладно, я с вами. Поехали-ка в транспорт. Сейчас постреляем. Вылазьте, мрази. Где? Почему не разрушается? А, то он еще живой, да? Ну понятно. Вообще замечательно. Сюда я не знаю, сколько я выпустил. Ну, живые. Никак. Вообще никак. Ну давай уже. Сдох? Сдох. Тут еще кто-то есть. Живой? Да, живой. Или нет? Так, не, мы выходим отсюда, потому что это невозможно так воевать, это бред. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Хорошо. Отсюда попробуем. Отсюда ничего. А кто-то бежал, что ли? А кто-то бежал. Нет, мы убили его. Так, ну, снайперская винтовка одна. Ребята, по очереди. Просто по очереди. Подожди-ка. Где это? Это здесь, что ли, боезапас наполняется? Кто это по мне стрелял? Кто-то стрелял. А кто? Охренеть.
и карта вроде как то показала, то спрятала. Ладно, фиг с ним. Будь осторожен. Мы разберемся с лагерем корейцев и будем ждать подкреплений. Потом поможем тебе, но придется подождать. Сейчас ты сам по себе, сынок. Понял. Да, а до этого я был не сам по себе, аж новость мне сообщил. Это все заминировано, правильно? Я ж правильно все это понимаю? Все заминировано. Вопрос, как это пройти? Наверное, да. Наверное, да. С патронами все не очень хорошо. Ну ладно. Прикрой меня, я докажу. Твою мать. Странно то, что они порционно вылазят. Ты вроде как думаешь, что все зачистил, а в итоге ни хера не зачистил. Готов тоже? Или не готов? Не готов. Так вот немного бронки этот. Когда по ней не стреляют? Когда по ней не стреляют, бронька не этот, как его, не быстро тратится, нормально. А вот если стреляю... Так, там сейчас, мне кажется, чувачок будет гранаты кидать. Пулеметы дебильные. Где он? Момент, отогрев 15. Мы на месте. Прикроем тебя с воздуха. Ой. Ну давайте, прикрывайте. Каким образом? Приготовься, Момент. Сейчас главному входу прибудет подмога. Ага. Максимум брать. Ну что-то она все никак не прибывает. Бронебойные противники, самые бронебойные. Опять он живой? Да. Там слева, что ли? Я звуки слышал. Вроде да. Но... Нет, это капец какой-то. Это вот эти бронебойные, что ли? Да, вроде как это они. И сколько мне на них потратить патронов? Ладно, продолжаем. Чего я туплю? Дай-ка я сейчас огненными постреляю. Живой он? А он еще живой. Надо же, какой скоростью он перемещается, а, друзья мои. Вы это видели? Живой еще живой. Да, замечательно. Если вы хотите быстренько опустошить свою обойму, стреляйте по вот этим говномесам. Они все померли? Или какие-то... Максимум брони. А, это дымовая. Окей. Мне обещали поддержку с воздухом. Это она и есть? Где могу вообще ничего не видно. Я надеюсь, что этих муделей я убил все-таки. Дымовая. Это уже прикрытие пришло, да? Где? Максимум брони. Недостаточно энергии.
Готов? Готов. Тут еще есть кто-то. Я вот не понимаю, кто в кого. А, это мы. Это пришли меня прикрывать, да? Ну, ладно, хорошо, уговорили. Все, убили? Убили. А патронов тем временем нету. Пистолет-пулемет. Идем вперед, ладно. Пистолет-пулемет, идем вперед. Здесь что за оружие? Это что? Пистолет-пулемет. Менять, видимо, придется. Ну а что делать? Меня опять на гляк пересаживают на оружие, которым я не хочу играть. Ну придется. Забираем. Сейчас будем его модифицировать. Так, ЛЦУ фонарь это не нужно абсолютно здесь. Глушитель. Есть, великолепно, коллиматорный прицел, да, и все. Ну, в принципе, пока пойдет. Что здесь? А, это то, что я кинул. И по-хорошему этот чувак где-то вот здесь вот прячется. А где, я не знаю, я его не вижу. Забираем еще пистолет-пулемет. Так, это этот, который бронебойный. Недостаточно энергии. Неплохо. Одиночками будем с ним воевать. Да, этот он же. Мне повезло, что я до этого в него неплохо дамага влил. Поэтому это так относительно все безболезненно. Относительно безболезненно. Хотя он в меня скотина попал. Что это такое? Нет, это мне не нужно. У меня пистолет-пулемет больше патронов. У нас что, шахта? А, вот и чекпоинт. Стрикленд, я внутри. Отлично, найди заложников. Время на исходе. Подожди, найди заложников. Они гранаты херачат, все на свете. Так это просто. Взрыв был. Я видел взрыв. Что-то все трясется, ходуном ходит. Прям вообще ништяк. Прям способствует. О, тут этот говнюк. Это надолго. Это надолго. Отлично. На всякий случай. Чтоб быстрее реген шел. Вот так, теперь давайте кинем гранату туда. Максимум брони. Живые, живые, мрази. У нас раненый! Как буду бить ее. Вот эта утряска, это, видимо, эффект присутствия. Ай! Я не понимаю, как его убить. Как-то сейчас, наверное, убьем. Стрейклер, я внутри. Отлично. Найди заложников. Время на исходе. Дай-ка мне вот это вот. Вот. Ну-ка. Хорошо. Это настолько беспонтовое, что я не пойму. Я убил? Да нет, он живой. Да, зашибись. Все? Кто там кидает гранату?
Где это говно? Я там боюсь заходить. Дай-ка мне снапу. Это кто? А, вот оно. Ну и со второго раза по доброй традиции. Отлично. Нет, это мне не надо. Дай-ка мне снайперскую винтовку. Вылези. Убеги! Выходим! Ну убеги, ну что, тебе жалко, что ли? Не хочет? Убейте его! Хочет. Он живой? Сядь их! Живей, живей! С пулеметом с этим я не двигаюсь, что ли? Все? Еще не все. Вот это да. Все? Вроде да. Давай-ка перезаряжай, родной. Пулемет этот. Так, у меня почему-то показывает вот сюда. Но это чушь абсолютная. Да. Давай. Вот сюда. А этот мудель, который был с этим пистолет, нет, это мне не нужно пока. Меня пока устраивает, как этот пулемет работает. Намат, не вижу твоего сигнала. Подожди. Включи прибор ночного видения. Я думаю, дорогие друзья, на этом можно будет серию закончить. Дальше пойдем уже в следующий. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.